Итак, приветствую всех. С вами я, Дина Орехова. И сегодня я вам хочу представить интервью моей подружки Ольги, лидера сетевой компании X, о которой я вам рассказывала, которая применила мою методику. Вот ее, кстати, автомобиль, полученный за ее хорошие заслуги по увеличению товарооборота в компании. И сейчас я присяду в этот автомобиль и задам, естественно, Олечке, вот она, один, единственный вопрос. Ольга, скажи, пожалуйста, чем тебе понравилась моя методика определения личного чакрового кода и как ты применила ее в своей работе и достигла вот таких определенных результатов? Всем добрый день. Ну, наверное, немножечко расскажу. Я с Диной познакомилась 1,5 года назад. И меня поразило, что Дина использует очень интересные методики, я бы назвала бы их эксклюзивной методикой, методики по диагностике людей. Вот. И, соответственно, в нашем деле что важно? Важно знать людей, какие их сильные стороны, какие слабые. Если мы будем развивать в нашей деятельности сильные стороны наших дистрибьюторов, да, наших работников, то, соответственно, и эффективность бизнеса вырастет. И когда я познакомилась с методикой изучения личного чакрового кода, мне стало интересно. И я своим дистрибьюторам стала предлагать использовать тест, да, ответ на вопросы. И уже мы выявляли, какая из чакр наиболее активная у данного человека, какая чакра наиболее развита у данного человека. И уже в зависимости от этого, да, уже можно было посмотреть, что, какие стороны, на что нужно обратить внимание для человека. Если у человека развита хорошо первая и вторая чакра, соответственно, это уже лидеры, да, это люди, которым нужно четко с ним прописать цели и уже двигаться к цели. Если это четвертая чакра, если это пятая чакра, да, то, соответственно, вот, особенно пятая чакра, человек-оратор, соответственно, этому человеку можно поручить ответственные мероприятия, ведение каких-то праздников, ведение презентаций. Эти люди с удовольствием подготовят, найдут потрясающий материал и проведут это мероприятие так, что мало того, что сами вдохновятся, да, и вдохновят всех окружающих. Очень интересно, вот, шестая чакра, если у человека развита, очень тоже интересно, потому что, как мы знаем, что все мысли материально, у этих людей это проявлено наиболее активным образом, потому что эти люди, если они чего-то очень сильно желают и постоянно думают в определенном русле, то они этого добиваются. И, соответственно, работая с таким человеком, да, нужно быть настроенным на позитив, все события ему также преподносить в определенном ракурсе, да, для того, чтобы этот человек уже знал, что он хочет, и, соответственно, он как можно быстрее этого добьется. И вот таким вот образом, да, используя сильные стороны людей, вот, мы делаем людей более эффективными, и, соответственно, растет наш бизнес, растут наши товарообороты. Вот, поэтому я советую и рекомендую всем, да, вот, использовать такие методики. Спасибо большое, Ольга. Еще раз вот так посмотрим. Сделаем обзор автомобильчика, в котором мы сидим. Ребята, хотите такой результат? Используйте методику определения личного чакрового кода, и у вас будет успех. С вами была Дина Орехова.